Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас приветствуем в изобилии и достатке. А в комментариях к этому видео напишите «Я денежный магнит, притягиваю богатство и изобилие». И помните про денежные смайлики. Ну а, друзья, в этом видео мы пропишем наши денежки в кошельке. Достаточно простая практика, которую нужно сделать именно сегодня вечером. Итак, если вы хотите, чтобы денежки прописались в вашем кошельке, вам на помощь придет Луна. Кроме того, сегодня, 27 декабря, у нас растущая Луна. И это прекрасный день, когда вы можете привлечь деньги в свою жизнь. Итак, друзья, растущая у нас Луна, мы вечером выходим на улицу, берем свой кошелек, ну а в кошельке должны быть деньги. Не надо целенаправленно ставить, чтобы их было много. Главное было, пусть как вот у вас обычно, сколько у вас есть денег, как говорится, все ваше. Итак, выходите вечером на улицу, берете ваш кошелек и начинаете перекладывать деньги из одного отделения кошелька в другое, и глядя при этом на Луну. Эту процедуру нужно повторить трижды, затем снова посмотреть на Луну и негромко сказать следующие слова. Вселенная, прошу о любви, удаче и добром расположении всегда и везде. Обязуюсь использовать деньги исключительно в благих целях. После этого вы можете возвращаться к себе домой. Желательно в этот день больше не использовать, то есть уже вечером не использовать деньги ни для каких целей, кошелек не открывать, а уже использовать деньги, наличность в тех целях, которые вам нужны, именно уже на следующий день, 28 декабря, в понедельник. Друзья, мы всем вам желаем процветания и достатка.